Более 30 окружных ребят пополнили ряды российского движения школьников. Торжественная церемония посвящения прошла в первой школе в день детских общественных объединений. Для всех ребят этот день стал особенным, ведь быть членом самой масштабной в стране детско-юношеской организации – почетная миссия. О маленьких патриотах большого движения расскажет Любовь Пермякова. Просто галстук – это как бы вот все равно, что пионерский красный галстук. Вот, то есть как-то это, то есть я выделяюсь, то что я именно создаю российское движение школьников. Для восьмиклассника Данила Матвеева этот день стал особенным, ведь, как признается юноша, этого события он ждал почти год. Я вступил в РДШ, когда уже первое посвящение уже прошло. Получается, что до следующего посвящения надо было еще какое-то время ждать. А как-то хотелось бы, чтобы как бы это как какое-то повышение в должности, что-то наподобие этого. Действительно, ведь российское движение школьников – это большие возможности для каждого активиста проявить себя в разных направлениях организации. Личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое или информационно-медийное направление. В нашем регионе отделение Всероссийской организации было открыто в сентябре 2016 года. Региональным координатором движения стала Елена Черницына. По результатам этого учебного года можно сказать, что детям это нравится, дети хотят заниматься, хотят проводить мероприятия, хотят, то есть у них есть очень большой интерес, очень большой потенциал. Что у ребят в регионе действительно большой интерес к российскому движению школьников, говорят цифры. На сегодняшний день в детско-юношеской организации состоят более 300 окружных ребят. Была в числе первых учеников, которые вступили в ее ряды, Екатерина Коваленко. Меня посвятили еще в сентябре, и я лидер экологии РДШ в нашей школе 4-й. Ну, я считаю, что гражданская активность – это очень полезно, это хорошо. Я считаю, что российское движение школьников – это очень хорошая организация. Это организация, которая открывает перед нами огромное количество возможностей пообщаться с интересными людьми. Летом в прошлом году Екатерине выпала такая возможность пообщаться с интересными людьми. Влюбленная с детства в космонавтику и авиацию, девушка побывала на смене «Объединенный космосом» Всероссийского детского центра «Орленок». Астронавт НАСА Даглас Уиллок, который летал уже в космос, и нам была предоставлена такая возможность пообщаться с этим человеком, и он нам лично вручил грамоты за космическое ГТО, пожал руку и дал напутствие. У истоков зарождения организации в Ненецком округе стоял и Олег Беляев. Я лидер РДШ по первой школе всех четырех направлений. От координатора нашего по первой школе, от Черницыной Елены Александровны, мне приходит распоряжение, что надо делать, какие проходят мероприятия. Я эти мероприятия даю задания лидерам направления, к примеру, информационно-медийное, и они выполняют это задание. Сегодня у Олега Беляева была почетная миссия. На торжественной церемонии новичкам движения он повязывал галстуки. Всего ряды российского движения школьников пополнили 39 окружных ребят. Нести ответственность за судьбу нашей страны. Клянемся? Клянемся. Ребята, я вас поздравляю. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».